100 лучших школьников со всей страны сегодня побывали на республиканской президентской елке. Из каждого региона отобрали по 5 детей, добившихся в этом году особых успехов в учебе, творчестве или спорте. Среди них есть и дети с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. От имени главы государства им подарили книги, планшеты и сладкие сюрпризы. К слову, перед новогодней елкой в течение 3 дней школьникам также организовали тур по столичным достопримечательностям. Дня были очень насыщенными. Конечно, мы обратили внимание на безопасность, полностью транспорта, проживание в гостинице. Они все организованно проживают в одной гостинице и организованно питаются. Сегодня Астана Опера поставила 6-метровую елку. Участвуют больше 400 артистов. Мой костюм называется